Друзья, сейчас я вам что-то покажу интересное. Сегодня пришел домой пораньше и захотел приготовить покушать. Ну, думаю, сейчас сделаю пельмешков, полез в морозилку. Пельмени, правда, я там не нашел. Зато нашел нечто интересное. Смотрите, что это. Вы думаете, это фасоль? Это фасоль. Ну, там, смотрите, что. Денежка. Жена, похоже, заначку спрятала, а я ее нашел. Сейчас я позову ее и посмотрим, как она будет отмазываться от этого. Оксана, иди сюда. Чего? Смотри, что я нашел. Что ты нашел? Что? Заначка твоя. Моя? Ну да. Моя заначка. Ага, ты молодец. Че, реально вообще ничего не помнишь, что ли? А что я должен помнить-то? Как-то 2 месяца назад пришел домой ночью на рогах пьющий. Потом чего-то там в морозилке долго-долго возился. Вот. А потом я уже в своей фасольке-то нашла денежку. Ну, я, правда, уже почти большую часть потратила. Ну, вот все, что осталось. Вот где моя премия это была. Я-то думал, что просрал ее. Ну, видишь, как хорошо. А, кстати, ты вообще молодец нашел. Да, мне же надо за квартиру платить сегодня. Прям удачненько. А я-то что, как? А ты как? Ну, вот смотри, ты же кушать хотел фасоль. Я тебе сейчас ее сама приготовлю. А ты отдыхай. Устала же, наверное. Я пельмешки хотел, поешь. Ну, пельмешки, Яночка, фасоль поешь. Смотри, какая вкусненькая. Умнёмочки. Зато за квартиру заплатим. Ну, не плакай. Я тебе бутылочку пива куплю.